Ну как, мы последние минуты хорошо давили соперника, прессинговали хорошо, атаковали тоже очень здорово, заработали угловой, подача хорошая, от меня хорошая подача. Но я вбежал в точку, туда где надо было, забил хороший гол красивый. Кто подачу сделал? Ой, по-моему, Батюшин, я точно не помню, сейчас будет смотреть на повторе. Ну ожидал, что такая игра будет тяжелая? Ой, ну, кубковые игры все тяжелые, понятное дело. Тут одна игра, нужно стараться, биться, все команды бьются. Там, да, мы сегодня были фавориты на поле, ну, переиграли полностью соперника, здорово выиграли. Ну, там момент с первым голом, конечно, не просто не повезло, но это футбол, ничего страшного.